Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Rayman Adventures, и в данный момент сразу же идем на миссию, на следующую. Так, найдите попавших в ловушку малюток, да это я люблю дело. Здесь точно никого нету? Специально как будто сделали эту штуку. Ты видал? Ну хватит прятать-то от меня их. Монетка вон за картиной спрятана. Прикольно. Блин, крутой уровень. Таких уровней вообще не было, да, вроде бы в этом? Старых Реймонах. Только в этом. Я даже вижу, что мы открыли. Из-за картины, да, спрячется? Нет. Здесь вот. Получай, засранец. Нечего избивать моих малюток. Тебе ничего плохого не сделали. Но это не точно. Так, здесь монетка. Без нее я не уйду никуда. Так, эта штука отодвигается. Только нужно понять, где рычаг и как до него добраться. А как до него добраться? Неужели я должен долететь? Давай попробуем. Отсюда, да? Не, нифига. Но она отодвигается, видно сразу. Только я не понимаю, где рычаг. Это что ли рычаг? А ну-ка, давай-ка вернемся. Не! Действительно, прикинь. Случайно угадал. Здесь рычаг сверху. Только нужно как-то туда добраться. То есть здесь хелп кричит. Кто здесь? Кто кричит хелп? Призраки улетают. Блин, он меня пугает. На! Не пугай меня. Так, мне нужно разобраться, как добраться до той фигни. Сверху. Здесь добрался, вижу. Это рычаг, я надеюсь, да? Опа. Нет, это секретка. Нифига себе, тут монеточек. Неплохо, слушай. Я слышу здесь кого-то, но не понимаю, как спасти здесь. Вон, видишь? А, то есть я должен как-то сюда забраться. А, хитро. Хитрюги вообще, хитрюги. Ты прикинь, да спрятали опять. Жесть. Еле найдешь, блин. Побежали дальше. Меня никто не раздавил, хорошо. И полностью все очки нужные мы собрали. Даже без непонятушей. Готовенько, готовенько. Наблюдаем за тем, чтобы ничего не светилось. А если светится, то туда нажмем обязательно. То есть вот эти кусты всякие. Ну, вроде бы сейчас ничего не светится, окей. Идем сюда. На этот интересный уровень. Опять-таки сейчас будет сложно, видимо, потому что он... Показывали, что он сложный. Так. А, я не могу, да, больше его так. И так не могу, да? Я туда залезть могу, вообще нет. Ладно, допустим, что нет. На! Не! Получайте, засранцы. Пиу! Жесть! Я успел нажать. Просто думал, что не успею, потому что... Потому что кнопки были неудобно расположены. Или, точнее, лучше сказать, пальцы были неудобно расположены. По соотношению к кнопкам. Да, давай, замахивайся, конечно. У тебя все получится. Подожди-ка, а как я тебя должен убить? Все, что ли, победил его? Подожди, я не понимаю, как я должен до тут дойти? Нифига себе! Я должен был его завалить этой штукой! Да, долгий уровень, действительно, сложноватый. Но все-таки мы прошли.
Ну, хотя бы один сундук получили. Я боюсь здесь рисковать в таких уровнях, потому что мало ли ты проиграешь, да? Нифига не хочется потом заново повторять. Потому что шансов то, что ты повторишь заново и не проиграешь, ровно столько же, сколько сейчас ты сможешь выиграть. Так, ну что мы делаем? Опять здесь ничего не появляется? Не знаю, нужно ждать или что, нажимать что-то, либо просто... Я не знаю. Или они просто появляются через какое-то время, там через 15 минут новый будет примерно. Но пока что ничего нету. Ну и ладно. Ну и не надо. Гоу! Все 5 люмы. В большом количестве. Во! Вот клеточка первая пришла. Блин, вот я лось. Почему я нажал атаку, а не прыжок? Блин, там секретка была. Ну, ёшки-матрёшки. А куда ты бежишь-то? Там сюда. Вот вторая клеточка. Не успел. Нужно было мгновенно, прикинь. Откуда я мог это знать? Успел. Клеточки мне важнее всего. Потому что у меня миссия. Да хотя и здесь у меня тоже миссия. Ну блин, я не знаю, их слишком много этих люмов. Но ты не успеваешь насобирать, не успеваешь понять, куда нужно прыгать, что нужно сделать в тот момент, когда ты проходишь эту миссию. Они очень быстро пролетают мимо тебя. А тебе никак не остановиться. Это миссия в первую очередь на скорость. И что мне с этим яйцом делать? Вот у меня в чем вопрос. То есть у меня сейчас вот эта штука активируется, правильно? Она 19 минут еще будет активироваться. И это самое тупое. Что я знаю в этой игре. То есть я не могу не отправиться дальше. Я не могу еще что-то сделать. Мне обязательно нужно ждать 19 минут для того, чтобы это яйцо появилось. Это так туповато, если честно. Я такого не встречал нигде. Давайте тогда перепройдем вот этот уровень, что ли. Я думаю, что это имеет смысл. Вот это что дает? Не хочу их использовать на самом деле. Ну давайте, ладно, пускай. Как уж и быть, обоих новеньких. Опа-да. Лишь монеточка была здесь. Всех собрал, что ли? Здесь ничего нет, прикинь. Здесь можно было что-нибудь и оставить-то уж. Да что такое дело? Я успел! А что это дает мне? Опа-на. Ты видишь, что здесь? Ты видишь, что здесь, а? Не попал. Не попал, не попал. Хочу попасть, хочу попасть, хочу попасть. Хочу попасть. Я успел, прикинь, допрыгать. Но я не попадаю все равно. Мне нужно отпрыгивать от стены. Ща, 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 все будет. Все, супер, аллилуйя. Ну блин, даже учитывая то, что я бонус подобрал, да? Я все равно не успеваю. Здесь невозможно, блин, было, кстати. Да блин, ёшки-матрёшки. Во, успел. Вижу, вижу монетку, спасибо. Так. Все равно не хватает мне очков. Я удвоение подобрал. И очков все равно мало. Может быть, здесь что-нибудь есть? Ладно, я не успеваю никак. Ну, не, кстати, хватит. Хватит очков вроде бы. Не хватило очков. Но я был уверен, что хватит. Ну, блин, все из-за того, что я упал. Эх. А, не, подожди, мне хватит очков же. У меня же два непонятыша. Не хватило. Даже два непонятыша не дали нужное количество очков. Ты прикинь. Да что ж такое-то? Ну, хотя бы два кристаллика этого взяли. Хотя бы что-то. И здесь до сих пор так и ничего не появляется. Вот мне бы, если бы упало ускоряющее зелье, это бы да, это было бы круто. Так, мне дали какое-то достижение, кстати.
Собираем плюс 5 кристалликов просто сразу же. Обкупить ускоряющее зелье никак нельзя, видимо, я так понимаю. Потому что есть все, кроме именно зелья этого. Давайте в магазин заходим. Можно набор купить, но это будет стоить деньги. Это будет стоить деньги именно. Вот набор ассасина 300 рублей. Новое существо 150 рублей. Ну, короче, это вообще того не стоит, я считаю. Здесь 75 рублей ты получаешь 300 кристаллов, 5 билетов, еду и эксклюзивный Альтаир. Это тот самый Альтаир. Так, ячейка мне не нужна, эликсиры, здесь всякие эликсиры есть, но нету именно ускоряющего. То есть, вот это все, оно в принципе не нужно. Ну, в принципе не нужно. А вот именно ускоряющий очень даже важный. Я не знаю, может быть попробовать потом 5 билетов купить за 450 кристаллов. Я не знаю, напишите, интересно вам это или нет, как я билеты открываю. Если да, то мы обязательно приобретем. А так, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам нравится эта игра. Мы обязательно с вами ее продолжим проходить. С вами был Лекс. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании и в шапке канала. Это была игра Rayman Adventures. С вами был Лекс. Еще раз всем добра.